включает виндран, подмас шейкером его отрезает, Дэнни ТП, аут! Лоу хорош, как на крыску, Даня вообще влетел, шейкер его уже ждал здесь. Тут встанет, стоит Гризин, затягивает смайлуху, связывает его с деревом, лоу. Начинает нарезать, шейкер утонул, отлично, минус пич, Дэнни поставил ультимейт, здесь Андрея надо убивать, Андрей два живой. Пупей гонит за ним, прошивает Андрея, Андрей умирает, ульта прочно в ответочку. Ну, смайлуха, отлично, лоу столкнул себя, еще один минус, и Гризина нужно цеплять, притягивает он Дэнни, когда Дэнни улетает, браво, Нави, 4-0. Здесь ультимейт пак, просто разорвать, пытается убить пака, давай, отлично, смайл убирает пака, размет пак на ЦМ-ку, просто 5 с плюсом. Можно ливать, в принципе, тут уже все, тут уже абсолютно ничего не поможет нам. Кстати, сделать тп-аут, не успеет. Успел! Хорош! Лов, тп-аут! Успел! Ха-ха-ха! 40-я минута, каких 2 тп? Пупей, ласта! Миги пытается уйти, Миги застанется, здесь же демагог!
really hard for us. Actually, whole tournament was really hard, but finals were easy. I don't know why. Здесь, смотрите, спектра дерется, минус Битсмайтер, спектру надо убивать, спектру тоже убили. Дэнди едва живой здесь, отлично, 0-3 Нави. Смог видеть, Дэнди лос нашли. И вот сейчас ловят спектру, который делает ТП. Отлично, отлично, поймали здесь, кью-кью-кью, убили его, там Баймека нет, Баланар здесь же. Отлично, я жду, и спектра вошла. Вы смотрите, ульт аппарата влетает, убивает быстренько Леона. Лоб, надо ему уходить, лоб, нет, лоб, умирает, скрывать его Блэка. Теперь меня минус Петра, накатает живой. И Дэнди вытягивается, не смотри, не смотри, не смотри, не смотри, минус 5 Нави. Минус 5 Нави, минус 5 Нави. Убивают на войне, а Нави наказывают. Жестоко наказывают.